подбегаю к отелю к нашему. Сейчас покажу всю дорожку и сам отель. Вообще, конечно, со стороны смотрится обалденно красиво, что стоит на озере. И видно хорошо с дороги. Вот он. Отель, бар, ресторан Гринхилл. Гринхилл по-русски, прикол. Написано. Вот, люди приезжают не в отель. Приезжают они чисто на рыбалку. Главное, себя позиционируют они как ресторан. И здесь очень хорошая такая зона, где можно посидеть, отдохнуть на улице, заказать покушать. Вот. Все 6 номеров. В одном из них мы. И мы, похоже, вообще одни единственные. Вообще классно. Вот стоит моя машина. Беленький Nissan X-Trail в самом конце там. Сейчас никого еще нет. Только рыбаки одни приехали. Вот сам отель виден. Вот это вот будочки. Это на самом деле сюда приносят еду. Это сам заказывают люди. То здесь под открытым небом. Хочу сказать, что каким-то странным образом рядом с озером а комаров совсем немного. Кстати, в одной из таких беседочек будем кушать мы сегодня с утра. У нас, потому что, как оказалось, стоимость на номера входит еще и завтрак. Вот там ресторанный зал хороший. Для свадеб, наверное. И все такое. Ну вот, так.